С новыми изменениями в схеме выплат пособий ознакомились бухгалтеры и специалисты отдела кадров. Семинар провели сотрудники Смоленского отделения Фонда социального страхования. В настоящее время он работает с предприятиями по зачетному принципу. Это значит, что работодатель выступает в роли посредника. Он самостоятельно назначает пособия по временной нетрудоспособности, материнству и детству, а также затрачивает свои ресурсы для денежных выплат работникам. Далее работодатель обращается в фонд для возмещения этих расходов. Кроме того, он имеет право уменьшить страховые взносы на сумму выплаченных пособий. К сожалению, эта система устарела и нередко терпит сбои. О причинах, почему эта схема уже не актуальна, рассказала представитель Смоленского фонда социального страхования. Очень много предприятий испытывают финансовые затруднения и попросту не находят необходимое количество средств для того, чтобы эти самые пособия выплатить своим работникам, всем без исключения. Кроме того, есть работодатели, которые попросту скрываются, исчезают, руководители, которые скрываются от органов правопорядка, и тут о выплате пособий вообще речь не может идти. С начала 2019 года большая часть пособий будет рассчитываться не бухгалтерией предприятия, а фондом социального страхования. Выплаты работающим гражданам будут поступать напрямую на счет в банке или по почте. Благодаря этому каждый работник гарантированно получит социальное обеспечение своевременно и в полном объеме. Также у каждого застрахованного смолянина есть свой личный кабинет фонда социального страхования. Здесь же можно увидеть, сколько учтено больничных дней, какая средняя зарплата взята для расчета пособия и размер самой выплаты. Алина Сазонтова, Виталий Степанов, Александр Ерофеев, Десна ТВ.